Вечер добрый. Только хотел собраться уже ближе к дому. Сдвинуться бы так желание уже было, но потом вспомнил, что вроде бы у нас как уже традиция показывать полностью готовые клинки, и тормознулся, решил показать. Но сегодня буду как белый человек в перчатках. А потом все время показываю свои перчатки пальцев на клинка, хотя тут уже не такая, что прям полировка, что прям вот, но они отпечатки прям хорошо показывают, отпечатываются в смысле. В общем, давайте все по порядку расскажу. Давай сразу расскажу, что один из этих клинков уже в заказе. Мой постоянный заказчик вот с Краснодарского края. Он меня всегда поддерживал, то есть в трудные времена. Поддерживал именно покупками. Поддерживал добрыми словами. Поэтому для него один клинок. Буду собирать в оправу. Вот. И, естественно, ценник будет занижен. Кстати, обращаюсь ко всем, кто является постоянным заказчиком моим, что для вас ценник всегда будет занижен. Не знаю, тут везде по-разному тут так получается. То есть, с одной там такой процент, с другой другой процент можно подзанизить. Но это возможно. Пускай где-то немного, а где-то вполне так чувствительно все же. Вот. Постоянный заказчик это тот, кто меня уже заказал хотя бы один раз, выкупил хотя бы одну мою вещь, то есть одно мое изделие. И после этого, то есть на второй заказ, это уже получается, обращается ко мне постоянный заказчик. Итак, 5, как и было, появился шестой клинок. Шестой клинок появился потому, что один из этих вот клинков должен был быть не закален и отправлен Игорю к мастеру-заточнику, отправлен на сборку оправы, заточку и тест незакаленной ШХ-15 стали, но пакетно кованой. Поэтому, нет, не поэтому, как говорится, то ты да, что нет. Меня тут по телефону заболтали, задергали, и я как-то вот так уже маленько даже зашебутился и взял все клинки, зафигачил, загрузил в печь. Совсем забыв о том, что один клинок должен быть сырым. Вспомнил, правда, быстро, но открыл печь, ее выдергиваю, а он уже такой темно-синий уже. То есть, все, ну, понятно, положил ее на место. Закрыл печь и расстроился. Блин, я же, когда обещаю, я слово-то всегда держу, а тут опс, так и не держу. Блин, меня прям всего вот так вот аж. Как раз Игорь позвонил. Планы тут по поводу этого клинка сырого, то есть туда-сюда, так попробуем, так заценим. А у меня уже нет такого сырого, то есть я их все закалил, сфигачил. Вот поэтому я вот взял просто заготовку, которая просто лежала под руками. Она была потеряшка, то есть одна штука лежала. Я ее как-то из всей партии тут затерял. И поэтому она у меня лежит уже тут почти год. Вот такая вот форма стизовская. Нет, головки не стизовская. По лезвию стиз покороче. Ну, не знаю, к чему это отнести больше. Вот, в общем, сделал сырым вот такой вот клин. Тоже типа батчерского. Но оставил ее сырым. Единственное, что вот теперь вот совсем другая геометрия будет. Но для теста, я думаю, лучше, чем ничего. Лучше, чем я вот так вот подвел. Всех, кто меня слушал, кто вник, что я говорил в прошлый раз. Поэтому вот так вот, Игорь, такая вот тебе штуковина поедет. Готовый. Да, минус заметил сразу. Шлифовка, мелкая шлифовка именно, такая вот уже как бы полуполировка, полушлифовка, вот видите, наверное, она не получается на сыром настолько темный, такой синеватый, как вот она должна быть. Она есть, все нормально бы вроде. Вот, видите, там отражение даже, все нормально. Но
не настолько блеска в ней, вот как вот, допустим, полноценно закаленных. Дальше. Давайте сразу начну уж слева, как начал. О, уже по-другому смотрится. Отпечатков поменьше моих. Да, я сделал все их матовые. Не знаю, мне как-то это вот, прям вот к этим клинам прям вот тянуло сделать именно матовыми их. Плюс кто-то мне сказал, что вроде бы здорово было бы, если они были бы матовыми. Вот как бы все так вот и сложилось. Да, кстати, вот как раз вижу. Видите, вот здесь 19-й год. И вот это вот инициалы заказчика. Этот клинок уже заказной. Это я специально инициалами забахал, так, чтобы после не вспоминать, то есть не путаться. И чтобы уже уверенно быть, что этот клинок заказной. Так. Похожий, чуть шире хвост. В остальном, в принципе, такой же. Блин, ну вот нашел цапочку. О, не одну. Ух ты. Сейчас буду доделывать. Вот тебе и готовые, готовые. В очках защитных не все бывает, увидишь. Сейчас сделаем. Это вообще мелочь такая, ни о чем. После всего того, что с нами было, как говорится, да? Она не цапки-то, ядрен матрена. Ладно. Да, здесь тоже все у каждого, у всех закруглил, кроме вот этого пробника. Там фаски заглаженные. А здесь закругленные у всех хвостики. Тут обушок у пробника закругленный. Здесь у остальных у всех ромбообразный. Блин, пипец. Царапка прям это. Так, в сторону. Ну-ка, здесь случайно не оставил царапки? Даже бы если оставил, ее уже не найти под насечкой. А тут? Нет, не было царапки-то. Даже если он до насечки не было. Следующий клин. Клины хорошие получаются. Блин, такие прям няшевые, такие прям вот. Прям хочется на них смотреть, хочется их вот в руках вертеть. Здоровские. Вот эта вот все-таки серая, вот эта матовость, она какая-то прям такая. Ну, я бы даже сказал, как-то. Может, это громко будет звучать, но как-то завораживает, что ли. Сейчас я доработаю. Я вот хвостики, вот тут я замечал где-то. Вот на этом, по-моему, тоже цапочка есть на хвостике прямо. Я сейчас ее полирну. Тоже вообще ни о чем. Ровно минута. На это уйдет. Это все фигня. Вот хотелось бы услышать, то есть, какие материалы поставить на них, направы. Потому что можно сделать подешевле, можно подороже. Оправы тоже сильно влияют на ценник. Вроде там 1000, тут 1000. А набегают. Да. Вот набегает так, что прям напряжно. То есть я вот себя ставлю на место покупателя. И на многие варианты я прям смотрю, думаю, да, я вот хотел, но бы не потянул. Вот эта бритовка явно уйдет в раздел распродажи. Может, клинком оставить прямо в распродажу, сам не знаю. Видите, что? Ну, не прям трещинки. Это не трещины. Это по-другому называется. Называется это не провар. Видите, ветки такие. Вот. Кстати, эта же ветка вот есть вот тут вот острия. Но на острие ровно. Но она есть. Вообще, в принципе, это брак. Может, ее. Так я его себе оставлю. Мужики, у меня клин появился. У меня появился клин. Пользуюсь случаем, как говорится, я его, наверное, хапану. Вот. Потому что если его просто клином сейчас вот даже продавать, ой, по себестоимости это дрындец полный. Это очень так дорого выйдет.
Так, навскидку просто сейчас. Я вообще просто боюсь ляпнуть, как бы, потому что я знаю, что я сейчас вот ляпну, а потом это будет не так, если я начну считать. Ну, примерно в 6,5 точно, если не в 7, выйдет у него, сейчас у него себестоимость. То есть, я себе такой подарок сейчас сделаю, хочешь не хочешь. А продавать его за такие деньги уже все, все равно не продашь. То есть, деньги не вернуть. Так бы его хотя бы, ну, я не знаю, за 3 не продашь. В общем, походу у меня клинок появился. Не знаю, и вот и радоваться можно этому моменту, и радоваться, в принципе, нечему. Вот так вот. Ладно. Да. А он у меня в сторонке лежит, такой неприкаянный, не протертый даже. А я сейчас его возьму, да и протру. А я возьму, да и покажу. Он еще не сделан. Вообще такое хлопотное занятие оказалось. Очень хлопотное. Я думал, ну, сейчас там я его заодно чих-пых там туда-сюда. Нет, не заодно. Вот, в общем, одна страна, где будет клин. Вернее, уже там есть английского такого вот 19 века английского типа. Клин, резкость. Пора бы уже прийти. Вот. Вот это вот страна, это клин уже. То есть геометрию подогнала так, чтобы все совпадало. Вот. А эта страна вот не тронута у меня. Вот это вот. Так как она должна быть вогнутая. Прям так хорошо вогнутая. Вот как-то так. То есть с ним отдельно еще будет пляска. В общем, забот хватает. Скучать не приходится. Ну что, я вроде как бы все сказал. Да, сегодня смотрите, кстати, видео. Игорь из Нефтеюганска покажет, будет тестировать произведенную мною комиссори с клином 100% дамасская. И будет тестировать трутвачу, как она там называется-то, трутвача. Нет, не подарок, а гравюра. Вот, может быть, даже сразу две бритвы в один раз. Я не знаю пока, как там все это будет. Только так, в общем, наслышан, как говорится, анонс услышал, а в подробностях как там, наверное, как пойдет. Ну вот, как бы вроде бы все и рассказал, показал. Блин, что-то у меня прям. Ладно, не будем расстраиваться. Если каждый раз расстраиваться, расстраивалки не хватит. Так, Игорь, значит, я тебе его уже забираю сейчас с собой. С остальными продолжаю работать. Ну, это, в общем-то, новости все. Пожалуй, я вам покажу уже готовые бритвы. Мне вот Игорь предлагает, и все уже, когда будут готовы, отправить ему на заточку. Подумаем, посмотрим. Время покажет. Все. Увидимся. Будет, что покажу.